Всем привет! Меня зовут Светлана, и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы с вами поговорим еще про одно чудодейственное средство лаврового листа. Это настоечку мы с вами сегодня сделаем у людей, кто страдает желудочно-кишечным трактом, язвенной болезнью или гастритами. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится только 4-5 грамм лаврового листа и полстакана воды. Все, больше ничего не нужно. Значит, воду с лавровым листом мы помещаем в кастрюльку эмалированную, ставим на медленный огонь и доводим до кипения. После этого настой лаврового листа мы остужаем и принимаем по 50, от 50 до 80 миллилитров в день. До еды употреблять мы должны до еды за полчаса, но таким образом, чтобы количество употребляемого напитка в день не превысило 350 или 400 миллилитров. Вот такой вот несложный прием, вот такая вот процедура будет. Я думаю, она вам понравилась. И я желаю вам здоровья, счастья и всего самого наилучшего в мире.